Бывший мэр Таллина Эдгар Сависар, отстраненный от должности по решению суда, завуалированно сообщил в конце прошлой недели, что собирается выйти на предстоящие выборы со своим собственным избирательным списком. Планировалось, что в этом списке будут значиться также имена центристов, которые таким образом пойдут на муниципальные выборы отдельно от партии. Сегодня вице-председатель Совета партии Михаил Кылорт в открытом письме однопартийцам еще раз отметил заслуги Эдгара Сависара, стоявшего у истоков партии. Но, как отмечается в заявлении, центристская партия не может ставить интересы избирателей в зависимость от решений одного человека. Как подтвердил сегодня новостям Эстонии генеральный секретарь партии Михаил Корб, партия изначально предлагала Сависару выбрать район и место в списках на муниципальных выборах осенью, но «Железный Эдгар» принял иное решение. У второй стороны спрашивали еще весной или зимой, согласен ли Эдгар Сависар баллотироваться по спискам центристской партии, и предлагалась ему возможность не только в них участвовать, но и возглавлять списки определенного района. К сожалению, этот ответ Эдгара Сависара стал без ответа, и сегодня, когда уже решено, кто эти первые номера, и все они достаточно достойные люди, и годами работающие на благо русской общины, сегодня говорить о каких-то серьезных изменениях, к сожалению, уже нет возможности. Как отмечает вице-председатель Совета партии Михаил Кылварт, центристы способны реализовывать масштабные проекты, будь то бесплатный общественный транспорт, строительство муниципального жилья или организация бесплатного питания в учебных учреждениях. И, как считает Кылварт, дебаты не могут продолжаться вечно, всему есть разумные пределы, и партии необходимо общими усилиями двигаться вперед. На сегодняшний день избиратели уже устали от неопределенности. Мы уверены, что людям не так важно, кто под каким списком и каким номером идет на выборы, а имеет значение, что реально партия может сделать для своих избирателей. Поэтому необходимо уже всем определиться и идти вперед для того, чтобы после октября месяца нам не было бы стыдно перед теми людьми, которые нам доверяли. По мнению Кылварта, центристы доказали, что способны с помощью конструктивной дискуссии укреплять партию. Так, например, Яна Том не только заявила о поддержке центристской партии, но и внесла конкретные предложения в регламент партии и ее предвыборную программу, которые были приняты. И теперь, по мнению Кылварта, партия должна продолжать двигаться вперед, воплощать свои идеи в жизнь, а не разбрасываться пустыми лозунгами. Так что, похоже, центристы серьезно настроены идти на выборы за победой, вне зависимости от того, будет с ними Эдгар Сависар или нет. Вадим Малышкин, Алексей Вичканов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.